В историко-культурном центре состоялась очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения Ленинского городского округа с населением. В этот раз обращение жителей выслушала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. Основная цель мероприятия – выявить недостатки в работе и оперативно их исправить. Получить обратную связь по тем волнующим вопросам, которые сегодня, значит, у жителей есть в нашем округе, чтобы их взять в работу или те пожелания, те замечания, а может, наоборот, благодарности от наших жителей. Жители спросили о перспективах появления новых стоматологических кабинетов, замены оборудования в кабинете физиотерапии и транспортной доступности поликлиники для отдаленных территорий округа. Главный врач Видноской клинической больницы Бутай Бутаев заверил собравшихся, что постоянно находится на связи с профильным министерством в лице Елены Зинатулиной. Есть ряд вопросов, которые бы хотелось с ней обсудить, посоветоваться, услышать мнение, компетентное мнение, для того, чтобы это было максимально удобно и ценно для наших жителей. Некоторые приходили не задать вопросы, а выразить благодарность медперсоналу, главному врачу и администрации Ленинского городского округа. Жители отмечают прогресс в рассмотрении вопросов и решении проблем. Вот эти встречи очень полезны для народа, потому что можно здесь что-то и свое высказать, и какие-то пожелания получить. Но я еще хочу отблагодарить наш медперсонал в станции амбулатории, Расторгуева. Все обращения жителей были взяты на контроль руководителями учреждений здравоохранения. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.